Что в комплекте AirPods 2? У нас две версии, одна с зарядным футляром, вторая с футляром с возможностью беспроводной зарядки. Давайте откроем и посмотрим. Открываем. Здесь у нас бумажки, там, собственно, ничего интересного нету. Футляр, это AirPods в зарядном футляре, заряжаются они кабелем Lightning, есть кабель в комплекте, это всегда хорошо. Заряжается футляр, а от футляра заряжаются наушники. Далее наушники AirPods 2 с футляром с возможностью беспроводной зарядки. Все то же самое, но единственное, что у них индикатор заряда переехал на внешнюю сторону. И этот футляр можно класть на беспроводную зарядку, и он также будет заряжаться. Можно заряжать как кабелем, так и класть на беспроводную зарядку. И в комплекте также идет кабель Lightning. Получается в комплекте кабель и сами наушники. Все, больше ничего.